Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами по-прежнему Каспер, с вами по-прежнему StarLadder TV, и у нас небольшие изменения. Я не знаю, кто что напутал, но последняя игра не Хрю против Тонгфу, а Хрю против команды Rattlesnake. И если вдруг каким-то образом... сейчас вот я посмотрю, там где-то должны быть у нас тайбрейки. По идее, если вдруг... Да, вот уже Rattlesnake'ов окрестили четвертым местом, но еще нет, потому что вот у них последний матч, да, как раз остался. А нет, в принципе, все равно, да, друзья. Потому что тогда только будет разница в третьем месте, ну, будет три команды по 9 очков, но на самом деле пофиг, потому что это будет второе, третье, четвертое, то есть они между собой ничего не решают, там просто по тайм-рейтингу расставятся места. Ладно. Это если Rattlesnake, да, вот сейчас побеждает. Если побеждает команда XiaoPengyu, то ничего от этого не меняется. У них и у LGD по 3 очка, и они замыкают турнирную таблицу. В принципе, вот такие дела. Ныряем дальше. Дальше у нас что? Пикабаны у нас пошли, друзья. Lifestealer и Batrider в бане от Rattlesnake и XPYL, XiaoPengyu, маленькие друзья, банят Визажа и Никса. Так, вот спрашивают, у кого есть лишние карточки на игроков, не жалко кинуть. Кстати, мне вот больше нравится, прикольно сделали карточки, которые в Стиме на распродаже сделали. Сейчас я посмотрю. Вот выпадали, помню, мистик карты, да, вот эти мистик карты. Сейчас. Тут 10 карточек, которые надо собрать. Я не помню, с чего они там выпадали. Но вот у меня Skyrim карточка есть. Там еще есть Реус, Торчлайт, Tomb Raider. Ну, их, правда, 10 штук собрать. Я вообще без понятия, где их брать, эти 10 карт. Но народ как-то коллекционирует. Ну и тоже там, соответственно, вот эти баджики, опыт в Стиме получаешь и так далее. Так, ладно. Что у нас там дальше по игре непосредственно? По игре непосредственно у нас Алхимик. Nature's Prophet и Shadow Demon, кстати. Вот, все. Рубик в бане. Дворор в бане. В общем, опять же, да, игра по большому счету не решает практически ничего. Мы просто сейчас расслабимся и будем получать удовольствие от доты. Надеюсь, команды тоже понимают, что для них эта игра практически ничего не значит и подарит нам кучу фана. Мне бы очень этого хотелось. Команды ведь могут. Могут, я уверен. Что кушаешь во время перерывов на турнирах? Как-то что? То, что мне жена приготовит. У меня из дому лоточек такой специальный. Там всякие вкусности домашнего приготовления. Не то, что какой-то там фастфуд или кафешка. Все из дому, все, скажем так, свое домашнее. Луна. Опять Луна. Понравилась, видимо, задумка с Луной у команды LGD International. Только что Rattlesnake с ними играли. Спрашивает, жена вкусно готовит? Конечно, если бы у меня жена готовила невкусно, она не была бы моей женой. Первое правило. Нужно уметь готовить. Если у вас другие правила, то добавьте это, пожалуйста, к своим пунктам. Поверьте, вам пригодится. Третий пик у XiaoPengyu. Я на самом деле даже не знаю, есть ли у них какая-то общая задумка на эту игру. Или же они
просто сейчас от фонаря напикают героев, на которых умеют просто хорошо играть. Лишрак. Ну, что Дудемон другой команды решили сами Лишрака звать. Ага, и Сент Кинг Rattlesnake. В общем, пока что намечается экшен Дота. И вот с этой экшен Дота сейчас будем... Будем наслаждаться, я думаю, наблюдая на эту заместную доту, если, конечно, она будет за лич против Лишрака. Но Лишрак уже есть, лича пока ничего не хватает. И да, друзья, это последняя игра на сегодня. Вот именно так. То есть на сегодня у нас больше матчей не будет. Все мы отправляемся отдыхать, спать там, кто куда. О, задумка есть. Дарксир стягивает, Магнус стягивает туда Лишрак с Алхимиком. Победа! Угу. Ну и... Rattlesnake, увидели Магнуса, чем же вы будете отвечать? Так, в бане Чен, ну и last ban. Это... Кто же это будет? Не хватает кого у нас? Есть у нас Hardline, есть у нас два суппорта. А, мидера не хватает. Ну, мидера, не знаю, неудобного против Магнуса. Какого Квапу, может быть, сейчас в бан отправят. Нет, все-таки забанили Темпларку. Кстати, там народ, я смотрю, немножко пророфлил, да, с того, что я тут кушаю на работе домашнее. А вот те, кто сидят тут на работе, они не рофлят. Они сидят и облизываются. Потому что вкусняшки, особенно там Вилат, в частности, тоже постоянно на меня ругается, что я всякую вкуснятину приношу домой. Экстримчик тоже часто ругается. Да, вот, кстати, пишут у нас... аккаунт, да, StarLadder в чате, что игры действительно начинаются в 6 утра, следующие матчи, ближайший стрим на двух стримах, на первом и на шестом канале, StarLadder 1, StarLadder 6. Обе ссылочки, конечно же, будут у нас висеть везде, где только можно. Ну и посмотрим. Чем закончит у нас этот матч для начала? Да, завтра там что мы будем комментить? Мы будем комментить четвертьфиналы китайцев, вот этих вот Red Bull, и будем также комментить четвертьфиналы, полуфиналы корейцев, которые Nexon Dota League. Ладно, погнали. Интересные пики у команды Xiao Pengyu. Это будет, кстати, да, это суппорт Windrunner. Я думал, может, они как-то хитро сделают. Отправят Windrunner в Hardline, а Darkseer отправят фармить в лес. Но они просто решили сделать суппорт Windrunner, не заморачиваться. Видимо, тут Магнус у них стоит в центре. Алхимик, естественно, фармит. И команда Rattlesnake. Лесная, конечно же, коза, Сент Кинг и Shadow Demon. Это что, трипла у них будет такая какая-то жесткая? Или кто у них там, кстати, остался? У них остался Фурион. Но на самом деле пик очень любопытный, что лайны тут расставлять тоже можно разными способами. Тут же пенек уже проверяет. Ну... Что, поехали, все, пошли у нас крипы. Дарксир забирает хасту. Кстати, под эншилом с хастой можно наделать вещей, сказал бы я, но Дарксир, видимо, не из этих мест. Да, вот он идет и горит просто на луну. Луна, конечно, типа байтит. ДС нормально там прохарасил ее, сам тоже получил по лицу маленько. Но луна тут с шестью тангусиками... Так что она тоже, я думаю, не особо сильно пострадала. Сент Кинг в миде. Сент Кинг против
Магнуса. Интересен билд в первую очередь Сен-Кинга, то есть как он будет у нас собираться, будет ли у него вот этот финале, каустик финале вкачиваться для того, чтобы бить Магнуса. На самом деле скилл неплохой, вроде как. Ну и Фурион в хардлайне. Фурион в хардлайне против Алхимика. Алхимик на самом деле тут даже не против Фуриона стоит. Стоит он здесь против крипов. Ну и понятное дело, что ему тут особо мешать никто не будет. Даже те же пеньки, это на самом деле вообще не помеха. Тут, кстати, разбивает антипул вард один парни из команды XLPNG. Следовательно, появятся у них крипы на через 40 секунд. Можно будет уже запулить. Если, конечно, Фурион пеньками не будет блочить спауны, что тоже возможно. Так, алхимик, понятно, монетка. Я думаю, что с таким фармом и с таким положением вещей вот монетку надо чуть ли не максить. Или лучше максить. Потому что все равно в начале игры вы толком времени в экшенах не проводите, а так как против вас стоит один Фурион несчастный. Сейчас посмотрим, замаксит он монетку. Да, максит он монетку, все правильно делает этот алхимик. Ну, опять же, как я считаю, что правильно. Потому что в ближайшее время воевать он не собирается. В это время в миде Магнус. Боттл попил. И ждет руну. Руна появится через 3 секунды. Угадает или нет? Нет, не угадывает Магнус. Руна появляется внизу. И это дабл дэмэдж. Забирает его лишак. И отправляется вниз. Но это опять же все хорошо контролируется вардом. Фурион убегает. Фрага не получилось. Да, есть. Есть у Сен-Кинга билд. Тот самый. Тот самый билд с каустик в финале. И, конечно, тут Магнусу разве что шоквейвами добивать. Хотя отличный стан, и как много дэмэджа с пассивки. Только что вдал этот Синт-Кинг. Видели, он покоцал прикольно крипов. Там дальше стан от Кентавра, подкоп от Синт-Кинга. Много вообще взорвалось у нас пацанов. И у меня дропает доту. Здравствуйте, my name is Dota 2. Посмотрим, как у нас тут буксует Лишрак. Опа! Вы видели только что, как стоял Синт-Кинг? Просто Fuck Me, I'm Famous, это поза называется, которую только что он показывал. Так, мы поехали дальше. Конечно, лайн дико пушится, но я думаю, что СК не особо сильно комплексует по этому поводу. Главное не встревать чересчур. Вот так вот. Вот так вот пассивочка дамажит нынче. Что? Выкусил донный через 5 секунд. Что делает Магнус? Что это? Просто 3-2-2. Вот. Ты видел это? Вот факер это видел. Он бы вместо меня сейчас мог это 3-2-2 написать, я думаю. Показывает, что грамотно очень сыграл Магнус. Сейчас он еще раз умрет. Отличненько, увез он прям с собой Сен-Кинга, прям по тауру. И сейчас еще тычку бы дать, но нет, умирает. Ай-яй-яй-яй-яй. Почти получилось. Ну ладно, бывает Сен-Кинг такой. Блин, я же проплатил, че он не умер? Какого буя? Что случилось? Да. Ну ладно, поехали дальше. Тут у нас Магнус, который уже потратил руну инвиза. Но, кстати, на него кинули фласочку, поэтому, может, даже сейчас увезет. А, не увезет никого, он пошел просто бить крипов. Пишет, это развод на ульт от Магнуса. Кстати, да, похоже на то. Магнус грамотно рассчитал, что у него останется 15 хп после драки. Так, Луна. Обычно, когда вижу эти артефакты, у меня только Владмир на уме, но тут мы знаем, что это были транквилы, и что они были разобраны, потом базилка, все дела, и будет, скорее всего, рингов Аквила. Продолжает под хвост получать Сент-Кинг. Что такое? Уже не такой дерзкий, да, СК? Уже не такой дерзкий, действительно. Посмотрите, что... Га, сатир. На тебе, мотыгой по лицу.
Еще получаем от игры. Хадукен. Красава вообще. Ну, я так понимаю, просто коза дала контроль Сент-Кингу. Сама она ленивая скотина и просто... Хотя она была у Фонтана, может быть, и контролила. Так. Тут у нас что дальше? Дальше у нас Дарксир пришел, получил порцию яда. Получил много, кстати, чего получил. Тут же Сын Кинг залетает, отлично. А, ульты нет пока еще. Ну, сейчас будет. Вот, но появляется ульта, но слишком далеко находился здесь Дарксир. Говорит, ну... Ну тут-то уже надо забежать. Ну вот как же я возьму и не забегу под ульт Луны. Она же только шестой получила. Расстраивает так товарища. Промахивается Магнус всем, чем только можно промахнуться. У Луны там успит очень большой. Правда, у Алхимика больше будет на фейзах, в ульте. Алхимик раскручивается. И тут-то ее наконец убили. Типа, ребята, палимся, надо добивать ее. И Сент Кинг! Тыщ! Красавчик! Блин, кто больше заплатил, мне интересно, в этом матче? Ладно, я... Хотя, на самом деле, игра ничего не решает. Понятно, тут дикий трешак происходит. Ну ладно. Будем завязывать с этим сарказмом, а то, чувствую, скоро меня начнут не любить некоторые из игроков. Ну, ну как это называется, я не знаю. Там в чате такой мега-эпик. Так, Дарксир опять получил Люсен Бим. Пишет, что боты так ультуют. Но я не уверен, что боты ультуют так плохо. Я не знаю, почему меня так порвало. Но это было настолько эпично. Просто бежит Фурион, останавливается, и мимо него такой... Это был Эрик. Так, ладно, Фурион у нас появляется, идет дальше пушить топ. Мышка, кстати, здесь и пойдет без вариантов. Вряд ли один Дарксир тут задефит что-то. Так, опять Сент Кинг! Нет ульты у Сент Кинга. Недочет. Ну, кстати, он идет дальше копать. Да ладно. Нет, ты же не докопнешь. Нет, он, мне кажется, думал, что докопнет. Сейчас, Магнус, погодите, друзья. Почти. Ну, Сент Кинг, все нормально. Убежал. Ах, ладно, все, пора успокаиваться. Не, ну этот момент с Фурионом, вот понимаете, такие моменты, которые вот вроде самые-самые там простые, идиотские, но они так срывают башню. Так, Shadow Demon спрятался. С какой целью? То есть он хочет выйти убить Дарксира, но у него, но не получится. У Луны, да, в принципе, 4 Люсен Бима, там сколько, 1200 дэмэджа где-то так залетает. Угу. По 300 же они бьют, да, по 300. Опять же, там резисты, все дела. Того 900 частяком получается. Да, Дарксиру хватит, на самом деле, если все 4 в него войдут. Сеточка. По лешему. Тут же СК. Ну, конечно, тут уже не уйти. Как бы Сент Кинг не старался заультить в никуда, но Лешак без вариантов там отъезжает. И все, пошли у нас пеньки, начинают боковать. Тауэр проседает, правда Магнус отстреливается. Но Сент Кинг-то рядом. Сент Кинг с фейзами, быстрый Сент Кинг. Скорость кошки, реакция Мангуста. Ну, Магнус, кстати, нормально попадает. И у него еще РП есть, вау. То есть, действительно, можно еще и было запрыгнуть туда, но прыгать пока нечего. Да и с Кьювером особо не поездить. Там же есть Сент Кинг. И Мидас у Фуриона. Фурион, видимо, уверен в том, что они побеждают, в том, что надо идти
и собирать. Они действительно побеждают 4000. Но несмотря на такое вот огромное количество, да, фейлов, мы видим, что по-прежнему команда Rattlesnake там впереди. Хотя фейлов было по большей части, наверное, все-таки большее количество от команды XPY или XiaoPengyu. Коза, кстати, неплохо подхиливает, и Магнус вряд ли убьет здесь этого товарища. Да-да-да, у Магнуса самого серьезные проблемы. Сейчас еще пару импетусов должны посадить. Или будет копать дальше? Нет, копать дальше не идет. 4 секунды кулдауна, слишком долго. Лишь рак промахивается. Вот тут бы Лешего сейчас зацепить, но нет-нет, там диаболики, надо сваливать по-хорошему. СК копает, ну и встреет. Понятно, что тут уже фанятся парни из Rattlesnake. Я уверен, что тут на победу практически никто не играет. Тут идет сейчас полный фан, если так это можно назвать. Сейчас мы видим, Леший промахивается вновь, но тут было слишком много народу. Дарксир бы в любом случае не уходил под демоник Пурджем. Так, по опыту просит показать график. По опыту разницы почти нету. А вот по деньгам разница существенная. Это порядка 5 тонн уже. Казы 6 не было. Сейчас казалось с 6 уровнем. Сейчас начнут залетать импетусы. Там тонкие парни, типа Лишраков, будут очень быстро отлетать. Не так много демеджа залетает. Тот же Люсент Бим, 300 урона. Там Сен Кинг хорошо вроде как копнуть может. В общем, неприятно. Это еще все импетус, а если еще и Soul Catcher, то вообще забейте. Ну и минус Тауэр в миде. Так, хорошо. Вард, очень агрессивный вард. Демоник Пурдж, Сент Кинг, копает, хороший шекл, кстати, Магнус должен держать, отлично стягивает двоих. А за СК никто не погнался, ну и ладно, забили на СК, решили, что Ланема лучше, хотел сказать четвертый виспы, но виспы там пока только вторые. Тут же, кстати, Ланема продолжает все равно лечиться, очень долго живет, пауэршотом его все-таки еле-еле убили. А за кем там СК гоняется? СК гоняется за Алхимиком. Норм, норм. Ну и здесь Магнус, скорее всего, сейчас отъедет. Да-да-да, будет Люсент Бим. Это минус. 225 урона. Ну, 300, да, там плюс резистики. И очередной минус. Тир 2 Тауэр. Очередное падение оборонительного сооружения. Демоник Пурш, кстати, есть. Можно было побоковать, наверное. Не хочет делать этого Shadow Demon. Второй Shadow Poison был бы, хотя бы третий. Можно было заставить понервничать Дарксира. Так, и Алхимик идет в Лотар. До Лотара ему тоже остались копеечки, если, конечно, ему никто мешать не будет. Но вот Луна, я чувствую, хочет ему помешать. Луны уже 11-й. То бишь вторая ульта. У Алхимика Лотара еще нету. Да, вот выходит на Алхимика, но ульти тут пока нет смысла, потому что слишком далеко. Хотя вот Демоник Пурдж! А и 2 ТП моментально. Моментально 2 телепорта. Алхимик сейчас еще сам взорвется. Да, взрывается Алхимик, ну и Рошанчик для команды Rattlesnake, судя по всему. Заходить туда нет смысла для XiaoPengyu, хотя вроде есть Дарксир, Магнус, такая сильная связка, плюс еще Алхимик, если туда попадет. В общем, в теории, если пятерых залетает Магнус, эти пятеро умирают, даже не выйдя из ульты. Но попасть в пятерых — это непосильная задача, вот когда это нормальная игра, когда там играют нормальные люди, а не когда этот какой-то суперпап. Так, ну и у Сага уже есть 1000. Возможно, какой-то форстав будет собирать дальше Shadow Demon. Инициировать лишний раз не помешает, я думаю. О, а тут Луна принялась фармить. Пеньки танкуют, Луна дамажит. Все очень-очень хорошо у Луны в этом плане. Правда, опять же, только пока первого уровня у нее Moonglaives, поэтому мало демеджа она вносит по этому стаку. Так. Дальше-то что? Манта ставил-то понятно. Вот уже прилетал.
Да, почти прилетел. А, ну, хотя вот зафармит пока этих крипков, как раз на Монтуина собирает. До 12-го, правда, может чуть-чуть опыта не хватить. Или нет, нет, большой дракон остался, должно хватить на 12-й как раз. Чуть-чуть, чуть-чуть, 30 опыта. Ладно, внизу тем временем идет прием тела. Убивает здесь шедоу демона. И, возможно, убьют здесь козу. Правда, ее очень... Ну, коза же настолько опасный герой, вот, а у Магнуса настолько сильный бёрст дэмэдж. Кстати, неплохо, вроде залетела луна, правда, у луны сейчас будут серьезные проблемы. Луну сейвит шедоу демон, но ей тоже жить осталось недолго. Хорошие минуса, Сын Кинг. У Сын Кинга нету маны, нету маны на эпицентр. Импетусы, вот то, о чем я тогда и вспоминал, что импетусы будут залетать... Очень-очень больно. Еще один от козы импетус в табло. Тут у нас улетает Магнус, который отлично зарпешил в одну Enchantress. Ну вот, имеем то, что имеем. А я уже говорил про РП в пятерых. Окей. Угу. Так, ну и козе, что? Я думаю, аганим следующим артефактом стоит собрать. Луна, понятное дело, манта, там уже без разницы. Бабочку можно сразу какую-то выходить в этот баттерфляй и забить даже на БКБ, наверное. Слишком большое преимущество, и Магнус слишком хорошо ультит. Тем более, что еще и Фурион тут все спушивает, что только можно. В общем, сильное-сильное преимущество у Rattlesnake. По деньгам уже порядка 12 тонн, по опыту уже почти 10. Нет, пока по-прежнему. Вот, Сын Кинг копает. Шекл правильно подвела Урсу коза. Нечего, нечего копать. Слишком далеко. И умирают здесь все, кто здесь находился. Хотя, ну как все, только коза, кстати, одна была. Кабу удалось скрыться. Так, Фурион у нас куда? В мид будет залетать? Да, Фурион залетает в мид вместе с... Или нет? Нет, не хочет он залетать в мид. Я думал, сейчас вместе с Луной позапрыгнет. Луна в это время пытается... Прохарасить хотя бы. Алхимик силен. Луна. Дальше, не знаю, доминатор, возможно, стоит собрать просто. Хоть какой-то аджорчик, чуть-чуть больше дэмэджа. Помигали сейчас на Луну. Мол, надо бы уделить ей должное внимание. Но там внизу горит вышка сейчас. И... А, тут был Аегис у Сент Кинга. Вот в чем дело. Опять же сейв от этого Сын Кинга. Появляется он с тяжкой РП. Много всего. Конечно, тут СК должен отъезжать. Да ладно, он еще жив. Будет сейчас пауэршот. Пауэршотом, скорее всего, просто не дострельнет. И уходит. Опять же, Rattlesnake погибает один шедоу демон. Так, ну а... Луна, мы видим, чем занимается. Луна очень быстро разгрызает вышку. Заставили потратить глиф фортификации. СК, есть же у тебя ульт. Иди, влетай, ульти. Вот задумка была, да, у Ксяопенги, но исполнения вообще никакого. Это мне напоминает мои хололож, когда они говорят, да набери там сейчас супер АОЕ, закидаем. И ни разу за игру... Там четыре этих хололоши не могут одновременно заюзать ульты, потому что постоянно то один, да меня били, я убегал, заюзал, то второй, да и там пацана не убили без моей ульты, ну и все в этом духе. И это там за 45 минут игры, так что тут все не так просто. Угу. Так, ну понятно, Сын Кинга вот четвертый, кстати, каустик в финале. По сути, в драке-то он, да, не может нормально покусать пацанов, чтобы сработала эта пассивка должным образом. Но лишних там 220 урона обычно можно выдать. Угу. Так, на топе у нас алхимик. У алхимика аватар есть, то есть надо гангать его с виженом. Сент Кинг, ты в курсе, что у тебя есть дагер, и ты можешь гангать народ, убивать людей и прочую живность, которую ты найдешь на карте? Нет, мне кажется, что все слишком просто для Сент Кинга, он не ищет легких путей. Хочу встать. Потрясающая игра, просто потрясающая. Всего
две ульты потратили из двух, которые можно теоретически потратить в нужную сторону. Команда Xiao Pengyu великолепно. Ну, кстати, Луо, если здесь умрет, то будет не очень классно. Там 4 секунды до скивера. Ага, тут уже сзади обходит Сэнд Кинг. И убили опять же одного Shadow Демона. Shadow Demon, мне кажется, из каждой драки выходит, просто вылетает со словами: «Пацаны, я их на ульты развел», потому что по-другому это нельзя назвать. Вот просто развел на два ульта, причем без этих двух ультов драки просто не получится. Ульт у Алхимика, понятно, маленький кулдаун, он всегда, по сути, есть. Ульт у Лишрака, он как бы тоже всегда есть. У Виндранер он не так сильно решает, тем более, пока он там не третьего уровня, пока там не 30% сокращение дэмэджа, потому что там 40-50, ну, действительно много. И пока у него там нету Майлштрома или там еще что-нибудь в этом духе. А вот Магнус и Дарксир — это вот как раз те два товарища, которые должны свои способности использовать крайне аккуратно. Но они, походу, этого не знают. Они, походу, из рядов моих Хололож. Мол, да мы пацана убивали, у нас там пригорело, надо было срочно его шваркнуть. Причем счет по фрагам 13-14, типа ровный, но по деньгам 14 тысяч в плюсе команда Rattlesnake, и по опыту там тоже они далеко впереди. Так, Луна с Мантой. Кстати, вот через Манту очень хорошая дострота, заходить забирать-то ура. Правда, тут лишь Рак, который отстреливается, очень сильно достается иллюзиям. Да, иллюзии, по сути, вообще не доживают. Алхимик в Лотаре, Фурион за ним. Просветочка не в ту сторону. Сразу кто-то капитанит, говорит, что да, он там. Сэнд Кинг, хорошо. Просто пробежал, однако, здравствуйте. Нормально, нормально забежал товарищ. Мне кажется, эти типы даже понять не успели, что с ним только что произошло. Просто пробегал Сэнд Кинг, жалом по губам подавал и убежал. Норм, норм. Алхимик настолько понял, что... Точнее, понял, что их настолько угнетают, что пошел фармить чужой лес. Так. И вот неожиданно он находит Фуриона. Кто кого больше испугался, не ясно. Алхимик испугался больше. За голову бедный схватился. Так, ну и почему Rattlesnake не заходит, еще не убивает всех салат? Я не понимаю, вот как будто они не в курсе, что сейчас у врага нет вообще айтемов. Там мека у ДСа, туча урна, барабаны, дагер. Ну, скажем, нужные артефакты некоторые есть. Да, 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 но тут преимущество уже весьма серьезное. Или Луна пока сейчас себе сатаник не соберет, никуда не пойдет. Так, коза 1700, понятно, что Аганим, да, шарит чувак. А, Хекс будет на Фурионе. На Сэндкинге что будет? Тарасочку даешь. Даешь кэрри Сэндкинга. Или Кираса, Батлфьюри, там, поехали. Ну, вижена, кстати, много. Мы видим у команды Xiao Pengyu. То есть они понимают, что когда их идут убивать, откуда их идут убивать, сколько людей и зачем вообще. Так что гем бы не помешал, я уверен. Вот гем команде Rattlesnake сейчас заехал бы просто на отлично. Вот сейчас на Рошане возможно, точнее после Рошана, скорее всего, что-то поменяется. Сэнд Кинг. Да, и Луна пушит. Луна просто берет и пушит. Отвлекает команду. В то время как ее собственная команда спокойно забирает Рошана. Четвертый untouchable. 110 атак слоу. Как же медленно бьет этот Рошан.
Да ладно, это Луна еще успела прибежать и забрать Айгис. А, ну норм, норм. Ну вот. Что, давай уже покупай себе рецепт на сатаника, идите убивайте всех. Или рапиру. Как про. Нет, как про. Хотя, чё бы и нет. Ну, 5000 есть у Луны. На самом деле, сатаник бы зашел сюда просто отлично, потому что хп всего 1290, да ладно, 1400 с копеечкой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А Луна-то тоже опытный юзер? Ну, вы поняли, да, вообще, о чем я? Так, там в центре, я слышал, уже начинает очередной реверс полярити. Много народа. Хороший шекл. Сент-Кинг умирает. Да, при этом успевает он копнуть лешего. Тут же приходит еще и алхимик. Ну, тут сейчас Rattlesnake доиграются. Троих они уже потеряли. Еще и Луна тупит. Угу. Фурион с Хиксом. Осталось только кидать его, я не знаю, в кого только, в иллюзии. Каких иллюзий? Дарксировских иллюзий. Или еще в кого-нибудь в этом духе. Так, Луна, где же твоя рапира? Почему я ее еще не вижу? Просветочка! На алхимика еще не сработала она, что ли? Или далеко слишком находился? Интересненько. Так, коза, есть ли в курьере что-нибудь? Нет, нет, ничего в этом эпично-пафосном курьере. Просто лепестки лотоса, выпадающие из кабана. Что может быть романтичнее? Наверное, только умирающий Магнус на топе. И у Магнуса. Есть ли у него байбек? У Магнуса байбек есть. Причем вообще у всех поголовно есть байбеки. Это больше всего пугает, что ребята понимают надобность байбеков. К Луне уже что-то летит. К Луне летит Магнус, который ее благополучно сейчас убивает. Причем курьер разворачивается. Ага, Баттерфляй летел к Луне. Но мне кажется, он не долетит здесь, потому что ее сейчас должны просто нагло убивать. Почти, почти, почти. Ло, там шекл, очень много всего. Тут же Сент-Кин. Давай, эпицентрируй. Спрятался под вышкой в песочек. Погодите, погодите. Там же 40 дэмэджа в секунду. Это не шутки вам. Мне кажется, он через секунды две только понял, что он под тауром это сделал. Так, ну а дальше-то что? Давайте. Хорошо, come get healed. И дальше, дальше. Ладно, сбатерфляем. Все, теперь ты не попадешь в нее. Поехали. Много Луны будет. Сейчас еще эти иллюзии и еще две иллюзии. Давай. Так, Луна, еще иллюзии. Сент-Кинг, я слышу, трусит. Причем нормально, кстати, затрусил. Опять хороший ульт от Магнуса. Вот он их увозит, увозит, и алхимик взрывается сам. Но так как на нем было БКБ, ему все равно. Но убивает, убивает все-таки команду потихонечку Rattlesnake. Правда, вот Луна еще живая. Луна с Рукин резает очень неплохо. Если бы вот алхимик, мне кажется, не дал стан во всю ту кучу, которую вез Магнус. Если бы он дал этот стан, то, скорее всего, вот это все погибло. Ну, а так, имеем то, что имеем. Погибает у нас команда Xiao Pengyu, Rattlesnake. Уверенно идут к победе. Глиф. Тактический глиф. Подожди. Сейчас появится Дарксир, он нам навешает. Кричит Виндранер из-за вот этой стенки. Сент Кинг. Art of Juking. Ах, почти стянул Дарксир. Ох уж эти трикстеры. Что с ним понять? То Сент-Кин тут догерами от шеклшотов уворачивается, прыгая в лес. То Дарксир пытается кого-то под фонтан стянуть. Такие хитрицы. Да, good game. Это была последняя игра группового этапа. Напоминаю, что со всеми результатами можно ознакомиться у нас на сайте Dota 2 StarLadder TV. Соответствующие новости, там Red Bull ECL и также Nexon Starter League.
там тоже все есть. Эти две лиги мы как раз и будем смотреть сегодня ночью и завтра тоже ночью. Два дня подряд будет идти этот турнирчик. Ну, а во всем остальном, друзья, увидимся с вами немного попозже, точнее, в 6 утра на первом, на шестом плеерах. В общем, следите за анонсами, опять же, на том же сайте. И у нас там в пабликах, там у меня, у Вилата, мы с ним вместе будем как раз работать с самого утра. Все, давайте, услышимся с вами попозже и... До скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля. Пока, друзья.